Колючая проволока, не разорвавшийся снаряд – это выставка словно напоминание. Как не забыть, как поклониться каждому, кто приближал победу. Здесь каждый стенд – определенный эпизод Великой Отечественной. Сегодня экспонаты расположены в 9-й школе. Посмотреть на них приходят и взрослые, и дети. Ребята прошли, то есть за один день 192 ребенка прошло, то есть прям вот видно, что хорошая организация, есть личное отношение, понимание значимости и важности этого всего, и для детей очень важно. И те экспонаты вооружения и снаряжения, которые представлены, они сохраняют историческую память, да, и переносят, передают это все подрастающему поколению. Не в каждом городе будут уделять такое внимание детям, рассказывать им о прошлом, о том, какими были их предки. И это очень важно, я считаю, для страны в целом, для нашего растущего поколения. И я очень рада, что сегодня мы побывали на таком мероприятии. Вот блокадный Ленинград. Это отдельная история и подвиг тех, кто все 900 дней и ночей выживал как мог. Битва за Ленинград стала самой продолжительной в истории Великой Отечественной. И кажется, мы все уже об этом знаем. Но каждый раз, глядя на экспонаты, вспоминаем тех, кто дал нам жизнь и подарил будущее. Дед воевал, по большей части класс про войну, классный руководитель. Смотрели разные фильмы. Больше запомнилось фильм, которые показывали про экспедицию. Идея передвижной экспозиции принадлежит главе города. Весной прошлого года Андрей Гаранин вместе с поисковым отрядом «Вахта памяти» побывал на раскопках в Ленинградской области. Вместе с юными губкинцами жили в полевых условиях, готовили еду, ходили на раскопки. Эти экспонаты мы везде в соответствии с графиком выставляем и показываем и детям, и даже взрослым, что это такое и как вообще происходит раскопка, как в этом мероприятии участвуют наши дети, и как вообще мы воспитываем наших детей в рамках патриотического воспитания. На выставке ценен, важен и дорог каждый экспонат. Ведь эти предметы нашли на раскопках юные губкинцы. За 10 лет работы поискового отряда совершено более 16 экспедиций, участниками которых были губкинские школьники. Интересно раскапывать, там находить, помогать другим семьям найти своих родственников, информацию, похоронить их, чтобы они не лежали под почвой. По-человечески, чтобы все было. Выставка продолжит свою работу уже скоро. Экспонаты переедут во Дворец культуры «Нефтяник». А в следующем году при поддержке главы города передвижную мобильную экспозицию расширят, добавив около 100 новых экспонатов. Елена Канина, Данила Индюков. Новости губкинского.